Господь, мы не можем без Слова Твоего на каждый день. Нам это просто необходимо, слышать Тебя, слышать голос Твой. Говори к нам.
Так, ну что, драгоценные, по моему мнению, время проповеди – очень важное время. Время проповеди – очень важное время, потому что именно сейчас можно подчеркнуть глубину, узнать Слово Божье, узнать Бога через Его Слово. Можно как-то наставить себя на путь истинный, можно обличиться, в общем, можно совершенствоваться в вере. И поэтому служение слова, я считаю, очень важная часть. Поэтому давайте будем очень внимательны. Сегодня тема наша, проповедь будет называться «Святость сегодня». Святость сегодня, как говорят англичане, «right now», то есть уже сейчас надо свято жить начинать. Я считаю, что это очень важная тема. Иногда я встречаюсь с людьми, они говорят, что «ну я еще успею». И вроде бы осознание святости присутствует, что надо жить такой жизнью. Но начинать жить ей сейчас я еще не готов. Я еще успею, еще есть время у меня. И поэтому я хочу снова возбудить воспоминания о этой теме, чтобы мы снова еще раз проанализировали себя, свою жизнь, да, и свою святость, свое хождение перед Богом. Еще раз мы просто подумали. Да, тема будет не очень большая, но емкая. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Я постарался сделать все максимально понятно и доходчиво, чтобы мы могли полностью, знаете, проглотить этот вкусный обед. Итак, святость сегодня. Прежде чем я приступлю к теме, давайте расскажу одну историю про Сашу и Мишу. История про Сашу и Мишу. История реальная, имена вымышленные. Не надо думать, что это где-то в нашей церкви или какой-то еще. Эта история, знаете, она со времен СССР. В общем, Саша и Миша, два товарища, два друга, которые с детства ходили в одни ясли, в один садик потом, в одну школу пошли они. Саша ходил, занимался боксом, Миша занимался плаванием, они ходили оба на шахматы, были очень спортивные мальчики, хорошо учились в школе и оба мечтали поступить в институт МВД. И уже они закончили школу с отличием, у них родители были очень нормальные, у Саши даже какие-то влиятельные были родители, да, и они дружили с детства. Но Саша вдруг начал иногда ходить в соседний двор, дружить с другой компанией. А эта компания, знаете, она была какая? Такая хулиганистая компания, где носили восьмиклинки, где пили вино, ходили по субботам на танцплощадку, да, играли в домино. Ну вот, в общем, вот такие были ребята. И Саша стал иногда ходить к ним во двор по субботам, чтобы пойти на танцплощадку. Он был боксер, иногда были потасовки какие-то, и он как бы ему нравилось ему там, вот, значит, поиграть мускулами. Ему Миша говорил: слушай, Саша, ну ты не лази там в этом дворе, не нужно тебе с ними дружить. Ему говорили родители. Ему говорили в институте учителя, они были уже на третьем курсе. Ему говорили об этом, он говорил: да, я иногда балуюсь, хожу, дружу с ними, но ничего страшного не произойдет. И однажды в один субботний вечер на танцплощадке была потасовка, и они подрались. Был суд, и ему дали за хулиганку 3 месяца. Влиятельный папа, как говорят, отмазал его, да, его с института не выгнали, его оставили, дело замяли, но 3 месяца условно было. И по окончанию института, при распределении Мишу распределили работать в ФСБ, а Сашу отправили работать участковым в близлежащий населенный пункт. Саше была дорога вверх закрыта. А Миша пошел по карьерной лестнице и дослужился до генерала, ну или там майор, я не знаю точно, уже конец истории. Саша, проработав участковым 2 года, бросил эту работу в деревне и пошел работать дальнобойщиком. О чем эта история? Сашу предупреждали, что ему нужно начинать жить святой жизнью уже сейчас. Ему говорили: бросай эту компанию, зачем ты с ними связался, нас ждет большое будущее, нас ждет карьера, нас ждет что-то. Да? И почему я эту историю рассказываю? Потому что, знаете, начинать святой жизнью уже сейчас нужно нам уже сейчас. Потому что мы, как тот Саша, забываемся иногда, что нас что-то ждет впереди. И мы можем заиграться в этой жизни. Нас что-то манит, влечет: танцы, вино, компания, мои мускулы, которыми я могу поиграть. Но потом, когда наступит время при распределении, может оказаться, что дорога вверх закрыта. И с Сашей так именно и произошло.
Он, и все, его жизнь просто, он был дальнобойщиком дальше. Я не говорю, что он жил плохо там или не спасся как-то. Речь не об этом. Просто я рисую для нас картину. Святость сегодня. Друзья, святость сегодня. Итак, давайте первый наш текст. Сегодня мы будем читать много и размышлять. Давайте первый наш текст. Первый наш адрес, это будет 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава. 2-й, 3 стих. Нас интересует 2-й, 3 стих. Первый Иоанна, 3 глава, 2-й, 3 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Так как Он чист. Надо понимать, что Иоанн пишет в среду, знаете, вот в среду греческую, где много язычников, и где такое понятие было, как дуализм. Когда люди склонялись от одной крайности в другую, где они разделяли дух и плоть. Вот люди, которым пишет Иоанн, они разделяли дух и плоть. И они говорили, ну, примерно такое, примерно так они размышляли. Это одна из крайностей была. Что как бы плоть, она греховная, и что она там делает, да какая разница, что она там делает. Пьет, гуляет, ходит на танцплощадку, неважно. Главное, дух с Богом мой. Вот так примерно люди, это одна из крайностей была в то время. И Иоанн им пишет, ребята, возлюбленные, мы уже дети Божьи, мы уже призваны в Его церковь, в Его свет. И еще как бы не открылось до конца, что мы уже будем на небесах, но обязательно будем. И всякий, имеющий вот именно эту надежду, на то, что однажды мы с Богом будем все вместе, он очищает себя уже на этой земле. Он свято живет уже сегодня, потому что он имеет эту надежду на небесах. А там люди, которым пишет Иоанн, они что говорили? Они говорят, да какая разница, как бы, как я живу сейчас? Две жены у меня, три, там, работаю, я пью, валяюсь, там, гуляю, дерусь. Какая разница? Это плоть. Вот дух. Иоанн говорит, но, нет, друзья, неправильно. Святой жизнью нужно жить, начинать уже сейчас. Уже сейчас мораль должна появиться у тебя, показать ее нужно. Очень важный момент хочу я здесь отметить. Когда Иоанн это говорит, он употребляет такие слова, очищает себя. Иоанн, он еврей. И слово «очищение», слово «очищает», оно отсылает читателей, которые уже, наверное, знают Пятикнижие, знают закон там, да, они как-то на чем базируются. И сам Иоанн, когда он это цитирует, это слово, он отсылает читателя к двум ритуалам. К двум ритуалам очищения. Это на мой взгляд. И первый ритуал очищения, то есть человек, который имеет надежду на небеса, он очищает себя. Какой ритуал рисует нам Иоанн? Ритуал очищения первосвященника перед моментом входа в святое святых. Что делал первосвященник? Какие были у него наставления, какие правила у него были, чтобы войти в святое святых? Что он делал? Во-первых, у него была одежда и не одна. У него был нательник, был наперстник, там у него была куча одежд, которую он должен был предварительно выстирать, омыть, осветить. Он сам очень там, он постился, ел, он там что-то не ел, с женой не спал, понимаете? Он там приносил жертвы, окроплял себя и всех, кто с ним служит в храме. Понимаете, он очень тщательно готовился весь год. Он весь год готовился, чтобы войти сюда, за занавесу, в святое святых. Потому что он понимал, что если он что-то сделает неправильно, хоть что-то маленькую деталь упустит, и святость не будет сохранена, он просто войдет туда и умрет. И входил туда только он один, остальные не входили. Они понимали, что они вообще не, как бы еще не так. Только туда один человек входит. Что еще происходило? Ему привязывали за ногу колокольчик и веревку. Почему? Потому что, не дай Бог, он что-то не соблел, понимаете? Что-то сделал не так, неправильно. Колокольчик переставал звенеть, люди понимали, что он умер, и они сами не входили туда. Это было опасно, войти в присутствие Божье, ну, как бы не святым, не очищенным. И они за веревку его вытаскивали оттуда, мертвого. О чем это говорит? Это говорит о том, что святой жизнью священник начинал жить весь год, он жил этой жизнью, святой. Он понимал, он как бы, что было страшно, потому что эти примеры были на его глазах. И когда кто-то заходил и умирал, следующее поколение священников, оно понимало, слушай, ну надо реально бодрствовать и святой жизнью жить сейчас. И когда Иоанн
пишет это письмо читателям, он говорит, всякий имеющий эту надежду очищает себя. Чтобы войти в присутствие Божье, нужно уже сейчас очищать себя. Мы не знаем, когда наступит момент предстать перед Богом. Ты и я, мы не знаем этого. Друзья, это понятно? И второй ритуал, на который может намекать Иоанн этим словом, ритуал очищения перед Пасхой. Перед Пасхой. Помните эту историю в Ветхом Завете, когда они должны были заколоть агнца, намазать косяки, и дух смерти проходил, да, там, и на ком не было отметины, те умирали. Так вот, это очень похоже на том, что если не будет святости, то кто-то может умереть и не воскреснуть больше никогда, если не будет хранить свою святость. Вы знаете, чистый четверг, это оттуда пошла, этот обычай пошел оттуда. Потому что еврейские женщины, понимая, что скоро Пасха, они что делали? Они все мыли. Они мыли, но это лишь внешний показатель чистоты. Нужно работать над внутренностью своей, друзья, над своими мыслями, словами, поступками, отношениями, чтобы все было свято. Потому что мы имеем с вами на небесах надежду. И святой жизни нужно начинать жить уже сейчас. Меня кто-то понимает? Тогда скажи аминь. Аминь. Итак, следующий наш адрес. 1 Петра 1 глава, будет 15-16 стих. Вам интересно? Если вам интересно, реально, вы ставьте лайки, репостите, комментируйте как-то. Пусть больше народу нас видит и слышит. Итак, 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. Сейчас. 15-16 стих. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Будьте святы, потому что я свят, Господь говорит. Апостол Петр пишет свое послание, да, и он пишет это слова не его, он цитирует их. Он их цитирует из книги Левит. Из книги Левит с 11 главы. Но мы сейчас как бы не будем в книгу Левит окунаться. Просто апостол Петр цитирует Пятикнижье Моисеева. Которую Бог дал через Моисея народу израильскому. А для чего он им дал? Бог этот народ вызволил, да? Он его этот народ создал, вызволил из плена, вел их через пустыню, и в пустыне им давал какие-то установления, какие-то правила им давал. И одно из правил было очень важное. Он говорит, ребята, я вас призвал, вы народ Божий сегодня, ты и я, мы народ Божий сегодня, Бог призвал нас. Если Бог призвал, это было к слову к евреям же изначально, то по примеру вас призванного будьте святы. Потому что Бог святой, Он позвал тебя в свой свет, в свою церковь, в свое собрание, в свое спасение Он тебя позвал. И поэтому по примеру призвавшего давайте будем святы. Невозможно, чтобы в отношении со святым Богом мы что-то затаскивали грязное и нечистое. Бог не хочет этого терпеть, чтобы что-то грязное мы затаскивали в Его отношения. И поэтому апостол Петр говорит, что святой жизнью нужно начинать уже жить сейчас. Если Бог тебя позвал в свое собрание, в свою церковь, в свою домашнюю группу, то давай уже начнем жить сейчас. И очень важно отметить здесь, что 15 стих. Будьте святы во всех поступках. Во всех. Вопрос ироничный. Слушай, нужно быть святым во всех поступках. Это в каких? Вот в этом, вот в отношениях с женой нужно быть святым? Надо подумать, что-то как-то вот с женой не очень получается. Может быть, не про это здесь сказано? Нет. Сказано, во всех поступках нужно быть святым. Слушай, а на работе, вот там, на шахте, там же можно как-то вот мазут усилить, КамАЗа? Тут же вроде не про это написано. Нет, как раз именно про это здесь сказано, что во всех поступках, в мыслях, в желаниях каких-то, в твоих словах, во всех поступках нужно быть святым. И нету исключения. Слушай, я еще не могу быть во всех поступках святым. Надо работать над собой. Надо работать. Некоторые люди так до сих пор не отказались от каких-то вещей, которые они уже осознали, что их нужно оставить. Они по-прежнему их несут с собой. Несут с собой. Ладно, давайте следующий текст. Следующий наш адрес – это Евреям 12:14 стих. Евреям 12 глава. 14 стих. Читаю. Кстати, тоже очень интересный момент здесь. Давайте будем внимательны. 14
14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Без которой никто не увидит Господа. Вы знаете, без святости, оказывается, Бога невозможно увидеть. И тут тоже есть два аспекта. Бога можно не увидеть здесь на земле. Ты его не видишь просто без святости. И Бога, тем более, ты его не увидишь там уже, если ты не будешь жить святой жизнью. А почему на земле я Бога не увижу без святости? А вот смотрите, пример у меня есть. Мой ребенок, маленький ребенок, для любого маленького ребенка его родители до определенного времени просто идеальные родители. Они самые лучшие, они супермен, они всемогущие, они вообще... И даже если родители какие-то отрицательные, они там элементы, даже плохо относятся к детям, они все равно их любят, и их родители для них все равно идеал. Почему так? У ребенка взгляд не запачкан. Ребенок еще не извращен, он еще как-то не искажен этим миром, и он все равно смотрит чистым взглядом на своего папу и маму. И он не видит в них недостатка. И поэтому человек, который живет свято, он может Бога видеть сегодня здесь, в своей жизни, на земле. Вы понимаете меня? То есть будьте святы, потому что можно Бога увидеть. А когда наш взгляд замаран, когда наш взгляд грязен, когда он испорчен обидами, грехами, ссорами, завистью, тогда и Бога не видно. А где Господь? Да нету Господа. На другого смотришь человека, он живет святой жизнью, он старается, и для него везде Господь. Даже в трудностях у него Господь, в проблемах, в болезнях, понимаете, в каких-то лишениях. И даже здесь Господь, ты смотришь, думаешь, какой-то блаженный, совсем чеканутый. Просто человек живет святой жизнью. Понимаете, он хранит эту святость, ему Бога видно во всем, где бы он ни находился. А другой, я очень часто вижу, знаете, в центре на реабилитации, такой пример, может быть, избитый уже. Человек начинает курить, когда втихушку, где-то на работе. Ему и Библия не открывается потом уже. Он как бы читает и говорит, что это вообще такое? Еще вчера это было Слово Божье, аллилуйя, аминь. А сегодня он закурил, и ему все закрылось. И служитель уже, оказывается, просто тут какой-то зэк с наколками что-то командует. И пастор не пастор, и Бога нет. И вообще все это секта, и выдумали, это великий обман. Закрылось. Почему? Потерял святость, отношения с Богом нету, и уже не видно ничего, и уже и не увидишь. Нужно восстанавливать, нужно одежды эти вымывать. Аминь, друзья. Итак, еще один адрес, и мы перейдем ко второму разделу нашей проповеди. Римлянам 6:22. 6:22. Вы помните, да, название «Святая жизнь уже сейчас», чтобы Бога видеть в своей жизни сейчас, чтобы ты мог видеть Божью руку в своей жизни сейчас, начни жить святой жизнью сейчас, и тогда ты будешь видеть Божьи дела в своей жизни. Итак, еще один адрес и следующий раздел нашей проповеди, Рим 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». Аллилуйя! Плод ваш есть святость. Знаете, я когда в центре проповедовал, я иронично задавал братьям вопросы. Вот ты освободился от греха, покаялся. Плод твой есть новые кроссовки? Нет. О, ну ладно, а плод мой есть новые зубы? Тоже нет. Новая работа, жена, кредиты отдавать, плод мой. И все, и знаете, много-много что перечисляют ребята. Слушай, ну как бы это может быть частью плода. Частью и жена, и новые зубы, и работа, и долги отдал ты. Но Бог говорит, пусть твоим плодом будет святая жизнь. Святая жизнь. А если мы с вами начнем жить святой жизнью уже сейчас, тогда мы что будем? Как мы будем для окружающих? Мы будем добрыми, будем прощать, мы будем служить, мы будем делать то и все. Понимаете? Святой жизнью нужно начать жить сейчас. Святой, богоугодной жизнью. Это и ожидает плод, а конец жизнь вечна. Понимаете, круг замкнулся. Если первый наш адрес, мы считали, что если мы имеем надежду, мы живем святой жизнью, а тут, если мы живем святой жизнью, то тогда нас ждут небеса. Круг замкнулся, друзья. Христианская жизнь, она подразумевает под собой святую жизнь уже сейчас. Уже со вчерашнего дня мы должны были начать жить святой жизнью. Уже что-то оставить. Хорошо, вот мы разобрались маленько так, почитали, поняли, что ага, святая жизнь нужна, чтобы так, хорошо. Я усвоил. У меня есть вопрос. Вот как мы представляем себе святого человека?
Вот как мы себе его представляем? Я раньше помню, когда еще не был вот, в нашей церкви, когда я еще там не в центре, не читал ничего, не познавал. Когда мне говорили, приедет святой Феофан, он за тебя помолится, и как бы у тебя все станет хорошо. Я представлял себе, святой Феофан, какой же он? И у меня примерно вот такие мысли были. Может быть, тебе совпадет с кем-то. Святой человек, это такой человек, не толстый, он такой худощавый обычно, спортивный, такой худенький он, знаете, жилистый. Обязательно в рясе, в серой, такой выцвевший от света, с бородой, ну, может быть, в капюшоне. Прям худенький он, знаете, худенький. Лицо светлое, а сам добрый. Сам добрый такой он. Много работает в своем огороде, при монастыре. И монастырь обязательно где-то далеко находится, где-то в тайге или в скалах. Вот такое представление у меня было о святых людях. А почему он стал святым? Потому что он много молился, мало ел и много работал. И теперь как-то вот, если, и причем начинал он это делать все с юношества, там лет с 14. Он посвящал себя, лет до 40 молился, там где-то трудился, жил отшельником. И вот как-то Бог снисходил на него, какую-то отметину ему ставил. И теперь он становился святым вот этим Феофаном. Приезжал, значит, молился, и люди там исцелялись. Вот так вот. А еще я заходил в храм, смотрел на святого там Николая и думал, ну почему он святой, интересно. И, наверное, он таким же монахом был. И вот я вот так вот представлял себе святого человека. Кто-то так представлял себе раньше? Но сегодня-то мы с вами понимаем, друзья, что святой человек – это совершенно что-то иное, да? Я когда вообще столкнулся с пониманием, что святой человек – это что-то вообще, совершенно Бог имеет другое значение, о чем этом говорит. Для меня как будто глаза открылись. Сейчас я хочу, знаете, сказать, а как же стать святым? То есть как, даже не слово «как», а я нарисую понятие, как святость практично появляется в нашей жизни. Какие шаги нужно сделать? И у меня есть два пункта, как стать святым, как стать святым. Сейчас надо записывать. Мы же хотим святыми все быть. Надо записывать. Два пункта. И второй пункт, он будет из двух подпунктов. Итак, сейчас, секунду. Домашнее задание еще, кстати, будет у нас. Итак, первый пункт, как же стать святым, или точнее, я еще назову так, святость как статус. Святость как статус. О чем я говорю? Сейчас все будет понятно, о чем я говорю. Знаете, вот человек приходит в армию, и он когда еще до произношения вот этой вот присяги, он же в армии, да? Вот для нас он как даже, он военный, но по факту он еще не военный. Он даже присягу не принял, и он носит форму, он там встает вовремя по отбою, он там что-то полы моет, там честь отдает, но он еще не военный. Понимаете? У него вроде бы статус есть, что он в армии, но он еще не военный, понимаешь? И поэтому святость как статус, это что-то такое, вроде бы мы можем этот статус иметь благодаря Христу. Я святой, но еще не святой, понимаете? Я вроде бы святой, но еще не святой. Еще мысли мои не святы, поступки мои не идеальны, речь моя еще где-то колючая какая-то, да? Я еще обижаюсь, ропчу, оступаюсь. И вроде бы статус-то святого у нас есть, а жизнь еще не совсем святая, да? Некоторые особо умные братья в центре, знаете, они говорят, я вопрос задаю, ну кто, братья, кто из нас святой, как вы думаете? Есть, которые уже давно, 5-й, 10-й, 20-й раз на реабилитации, они говорят, я святой. Понимаете, они так уверенно заявляют, что я святой. Я одного парня встречаю в Кемерово. Я говорю, слушай, я говорю, ты в ад идешь, ты употребляешь наркотики, ты воруешь в магазинах. Он говорит, ты ошибаешься, Стас, я святой. Господь умер за меня, я точно пойду на небеса. Я говорю, ты заблуждаешься. Ты заблуждаешься, да, Господь умер за тебя, но Он не хочет, чтобы ты жил такой жизнью, Он хочет, чтобы ты изменился, и тогда ты можешь пойти на небеса. Люди заблуждаются. Поэтому статус святости у нас может быть, но жизнь святой еще не может быть. Вот еще пример такой. Вот я папа, да, я же папа, да. Вот жена, к примеру, беременна будет третий раз, там, допустим. И она вот когда будет носить, вот животик еще не будет видно, но плод уже будет, да, к примеру. Я буду папой уже, ну как бы вот в априори, да, вроде беременна же, я папой стану. Я как бы уже вроде как папа себя чувствую, но ребенок еще не родился. Статус папы есть, ребенок еще не появился. Я как бы просто примеры рисую. Или ВКонтакте,
стоит статус святой. Ты читаешь, вроде статус у него есть, но на самом деле мы не знаем, святой это человек или нет, но статус у него уже есть. Как же этот статус появляется у нас, друзья? Как же он появляется? А все очень просто. В тот момент, когда мы каемся, когда мы крестимся, когда мы принимаем Господа в свое сердце, в свою жизнь, когда мы отказываемся от греховной вот этой жизни, и поворачиваемся лицом к Богу, тогда у нас появляется статус святого. Когда Бог смотрел на этот мир, на весь этот мир, как на грешный и падший, но он смотрит, что вдруг Сергей принял Христа. И тогда кровь Христа, она омыла Сергея, и Бог смотрит не как на грешника на него уже, а как на святого. Так? И у Сергея появляется статус святого. И он начинает вот так ходить, я святой. Но жизнь его еще не совсем свята. Вы понимаете меня, друзья? Поэтому первое, о чем и как стать святым, это все-таки принять свою жизнь Иисуса Христа Господом и Спасителем. И тогда у нас появляется статус. И мы, по идее, народ святой. Да? В посланиях пишется, народ святой, призванный в его удел. Люди были далеко не идеальны, о которых писано Словом Божьим. Так же, как и мы с вами сегодня. Не идеальны еще. Но мы уже, Бог называет нас святыми. Потому что Он видит, что мы верой приняли Его Сына в свою жизнь. И путь совершенствования, он начался. Путь освящения, путь преображения в образ Христа, он начался. Итак, святой как статус, это первое. И второе, святой как отделенный. Вы знаете, что слово святой еще означает отделенный? Есть такое местописание в начале Библии, Бытие 2.3. Бытие 2.3, когда написано, что Бог освятил седьмой день. И отдыхал, освятил, то есть он отделил этот день, освятил, отделил. То есть святой как отделенный, что-то такое, что Бог отделяет. Для чего же он отделяет? Или на что он отделяет? От чего он отделяет? Святой. И первое, отделенный от чего? От греха, естественно. Святой как отделенный от греха. Сам Господь, он святой. Он безгрешный, да, он свет, он не тьма, он никогда не смешается с этими вот вещами, с этими понятиями неправильными. И поэтому, если говорить о святой жизни уже сегодня, то святая жизнь сегодня, первое, это принятие Христа в свою жизнь, второе, это отделение от греха. Отделение от греха. У меня вопрос к тебе, дорогой брат, сестра. Вот есть ли что-то в нашей жизни, что еще не совсем святое? Есть ли какая-то, не знаю, вещь, мысль, поступок, что-то, что еще, ну, еще нужно от чего отказаться? Если есть, то нужно как святому человеку отделиться от этих вещей. Понимаете? Нужно от этих вещей. Святость – это отделение. Отделение от греха. Хорошо, у тебя появился статус. Да и аминь, Бог за тебя спас. Вот, если твоя работа, и нам нужно, если мы понимаем эти вещи, если мы осознаем, что в нашей жизни что-то еще несовершенно, то нам нужно начать работу отделения от этих вещей, отказ. Скажите аминь. И второе, то есть отделение от греха, и второе, отделение на служение. То есть святая жизнь – это отделение на служение. Давайте пример, чтобы был у нас подходящий. Я буду читать книгу Даниила, 5 глава. Но перед этим будет предыстория. Мы сейчас говорим святой, как отделенный на служение, да? И когда Моисей и потом там Давид, дальше Соломон строили храм, и когда делали скинию, Бог сказал сделать сосуды разные. Сосуды. Кстати, мы тоже с вами сосуды в Доме Божьем. И когда Моисею сказано было сделать сосуды, и сказали ему, освети эти сосуды, освети, то есть что сделай? Отдели их, эти сосуды. Куда отдели их? На служение в храме. И эти сосуды больше ничем не должны пользоваться. Вот этими сосудами никто больше не должен пользоваться, как только лишь во время служения. И Моисей, сделав сосуды золотые, железные, медные, он их освятил. Он их сделал святыми, друзья, святыми. То есть святой, отделенный на служение. Это понятна мысль? Понимаете? Давайте прочитаем Даниила 5 главу.
Это все как бы в эту тему же. Пророк Даниил, 5 глава. Я сначала буду читать, потом еще в середине один стих там. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих, пред глазами тысяч пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам, женам и наложницам. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь, вельможи, жены его и наложницы его. Так, пропускаем маленько. Двадцать стих. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твое, хотя знал все, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных и каменных, и т.д. и т.п. Что произошло? И там рука такая вышла, и там написала ему там, послание, вы знаете, да? Но эта история, конечно, немного о другом, но просто я вижу здесь как пример сосуды Божьи, которые были отделены на служение, люди, язычники, взяли их и стали употреблять их совершенно в ином свете. И они еще, это как некая какая-то гордыня, знаете, и Бог их за это наказывает. И поэтому, знаете, святая жизнь, отделенная на служение, не должна мараться больше нигде. Не должна мараться более нигде. Святая жизнь, твоя и моя жизнь, отделенная на служение Богу, она должна служить Господу. Вся моя жизнь. И это, знаете, это очень похоже на первую заповедь. Да не будет у тебя других богов. Не будет у тебя других богов. Только есть Господь. Я Господь. Вот, люби Бога всем своим сердцем. И все. Живи свято. И будь с Ним. Итак, это был второй пункт, который я хотел рассказать. И еще одну историю давайте. Эта история, знаете, эта история из... Сказал один боксер в своей книге. Джо Фрейзер, экс-чемпион в тяжелом весе. Он написал такую вещь. Сейчас попробую сформулировать все правильно. Можно планировать сам бой, или какой-то удар, или какую-то серию ударов. Только когда дело дойдет до самого боя, в ход пойдут не планы, а рефлексы, которые ты выработал сквозь годы тренировок. Именно здесь будет ясно, чем ты занимался каждое утро, целый день. Или ты, если ты в темном полумраке давал себе поблажку и слабину, то это обязательно вылезет при свете софитов. О чем он говорит, этот боксер? Он говорит о том, что он всю дорогу тренировался. И там на ринге, когда он выходил, все становилось настолько ясно. Либо ты делал свое дело качественно все это время, а на ринге лишь только подтверждал. Вот на ринге только становилось ясно, кто ты на самом деле, чего ты стоишь. Было ясно, чем ты занимался всей своей жизнью. Знаете, это картина для нас. Если мы сегодня живем святой жизнью всю дорогу, всю свою жизнь земную, мы живем святой жизнью, мы совершенствуемся, мы преображаемся в образ Христа, мы работаем над своей святостью, то там, при свете софитов Божьих, станет все ясно, будет понятно. И кто-то, знаете, кого-то не пустят, а кто-то будет достоин. Есть такое выражение, знаете, в Библии, я адрес этот не буду уже, мы читать не будем, но сказано, что одежда ваша, святость ваша, как одежда замаранная. Есть такое выражение. Одежда, святость ваша, как одежда замаранная. Так вот, я свяжу эту фразу с притчей. Мы уже, кстати, заканчиваем. Я свяжу эту фразу с притчей. Притчей, когда Иисус позвал всех на пир и всем раздал одежды. Вы же знаете, что на пиру все должны были находиться в одинаковых одеждах, чтобы ну, у всех, и только не, жених и невеста, они отличались, у них были одежды лучше, они были более украшены. А все остальные, которые пришли на пир, они были в одинаковых одеждах, которые дал им устроитель пира. То есть не сами они приходили, в чем хотели. Они приходили, и устроитель пира им давал одежду. Такой был обычай там у них. Он давал им одежды, а одежды были, ну, возможно, просто белые, чистые. И люди их одевали,
и на пиру все сидели в одинаковой одежде, в белой, и только жених с невестой выделялись. Но один человек в этой притче пришел в своей одежде. В своей, какой-то своей одежде. Не знаю, может быть, она была очень модная какая-то, или она была грязная. Но она была не такая, как у всех. И его не пустили на этот пир. Его на этот пир не пустили. Потому что его одежда была не такая, как у всех. И я сравниваю это, знаете, с нашей святостью. Одежда, знаете, с нашей святостью. Если наша одежда, наша святость, она существует у нас, мы культивируем, мы работаем над своей одеждой, святостью, да, мы ее моем, как священник перед входом в Святое Святых, то тогда у нас есть надежда, что мы все-таки на этом пиру с Богом окажемся. А если мы не живем святой жизнью уже сейчас, тогда, может быть, наступит очень поздно. И как тот боксер на ринге, как тот мальчик Саша в начале нашей истории, помните? Он просто ему, его карьера вверх будет, она ему закрыта. Она ему будет закрыта. Итак, у меня есть домашнее задание. У меня есть домашнее задание. Для всех нас. Домашнее задание. Домашнее задание будет состоять из трех пунктов. Первый пункт. Если еще у меня нету статуса святого, то есть если еще в моей жизни нету Христа, нету Бога, нету спасения, понимаете, я еще не покаялся, я еще не принял Господа, Господь еще не стал моим Господом, то первое, домашнее задание, пусть Он станет твоим Господом. Я не знаю, покайся, помолись, прими ее в свое сердце, пусть у тебя появится хотя бы статус, начни эту дорогу святости уже сегодня. Начни эту дорогу святости в домашней группе, на реабилитации, где бы ты ни находился. Просто вознеси молитву покаяния, прими Господа по-настоящему. И пусть святая жизнь начнется уже сегодня у тебя, ты будешь преображаться. Если у тебя этот статус уже есть, но ты еще с какими-то вещами борешься, и ты, как святой, еще не отделился от греха до конца, тогда домашнее задание тебе и мне отделиться от каких-то вещей, отказаться от них, которые ты уже осознаешь. Мы как народ святой, который Бог призвал в свою жизнь, давайте мы все-таки откажемся от каких-то вещей, которые мы уже осознали. То, что мы еще не понимаем, нам не открыто, где-то мы неосознанно оступаемся, может быть, ладно, пускай еще придет время, когда мы осознаем, что это неправильно, и от этого откажемся. Но сейчас домашнее задание, если ты осознаешь что-то, что в твоей жизни не совсем свято и правильно, ты как святой человек, отдели себя от этого. Это два. И третье. Как святой человек, все-таки отдели себя на служение. На служение. На служение в Доме Божьем. Потому что все мы сосуды. Золотые, серебряные, деревянные. Кто-то в более почетном употреблении, кто-то в более низком. Все мы сосуды в Доме Божьем. Отделенные на служение, так или иначе. Поэтому давайте мы сегодня все-таки разберемся с этим и начнем служить. Каким образом, я не знаю, сейчас не буду об этом даже говорить. Все очень просто. Служи ближнему, жене служи, детям, на улице проповедуй. Продуктовые наборы развези, которые у меня в машине. Я не знаю, но послужи. Послужи, отдели себя на служение. И когда у тебя спросят в следующий раз кто-то, Сергей, а ты святой? То ты вспомнишь все три пункта. Ты скажешь внутри себя, скажешь, да, я святой, Бог в моей жизни, я принял Христа, я святой. Я отделился от греха, я святой. Я служу Господу, я реально святой. Вот так мы понимаем, что я святой. Итак, драгоценные, я предлагаю в конце помолиться нам, чтобы святая жизнь, она уже была здесь, сейчас, сегодня, с этого момента, с этой проповеди. Аминь. Аминь. Давайте встанем на ноги, помолимся, и на этом наше собрание будет закончено. Молюсь. Драгоценный Господь, благодарю Тебя за доверие, за слово, что Ты даровал мне. Я могу проповедовать народу Божьему, Господи. И я молюсь, чтобы Ты сегодня открыл нам глаза, Господь. Открыл нам глаза на то, как мы ходим пред Тобою. Свят ли наш путь, Господь? Святы ли наши одежды, наши мысли, наши слова? Дай нам сил, дерзновения, Господь, и смелости, чтобы мы могли просто отделиться от чего-то неправильного, Господь, и быть святыми. Боже, я молюсь за тех, кто еще не принял Христа, Господь Иисус. Просто дай, открой, даруй покаяние, Господь. Пусть сегодня в их жизни появится этот статус святого, сына или дочери Божией, Господь. И они начнут этот путь святости, Господь Иисус. Благослови, пусть у каждого появится служение, Господь. И мы будем не просто
формально святыми, Господь. Да, но мы будем по-настоящему святым Божьим народом, который Ты призвал в чудный свой свет. И ждешь нас на небесах. Господь Иисус, благословляю так и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Также, Боже, молюсь за нужды, которые здесь вот написаны. Верю, что если все по воле Твоей, то Ты обязательно воздашь, Господь. Благослови просто, Господь, и будь щедр. И благословляем всякого человека, записанного в этом журнале. Пусть в их жизни будет Дух Святой, Божья работа, Божье Слово, Господь. И они спасутся. Аминь. Друзья, наше проглашение 3-4. Мы одна церковь, одна семья. На всяком месте мы письмо Христа. Аминь. До новых встреч.